Во Владивостоке устанавливают причины крупного пожара на карьерные. Два склада, которые загорелись в субботу, потушили только утром воскресенья 18 декабря. В общей сложности выгорело 2000 квадратных метров. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. 20:30 на телефон пожароспасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада по улице Карьер в городе Владивосток. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены пламенем. Произошло обрушение кровли, огонь перекинулся на рядом стоящий склад. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем. В здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади около 2000 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всего в тушении задействовано 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.